Привет, друзья! У нас сегодня суббота, выходной. Мы с Давидкой идем на почту. Вот, я заказала Давиду ботиночки осенние на шнурках. Так что сейчас пойдем получим. Ой, вы знаете, у нас дома так холодно в квартире. Отопление еще не включили. Мы так мерзнем. Вот. Да, Давид? Угу. Вот. И мы, чтобы согреться, сделали сегодня генеральную уборочку, затеяли. Вот этот помощничек мне помогал сегодня. Пылесосил мне. Так что мы поубирали дома. А теперь идем за посылочкой. Вот. Такие дела. Потом вам попозже придем домой, я вам покажу ботиночки. Так. Кстати, мы прошли мимо аптеки. И я вспомнила, хотела рассказать. Вот, раньше у нас аптеки, ну, когда Давид был поменьше, еще маленький был, где-то там в 16-м году, в 17-м, у нас в Балаклее аптеки были круглосуточные. Не все, конечно, но много было аптек круглосуточных. Вот, а потом как-то их убрали, отменили. Эти круглосуточные аптеки. Вот, и они там стали до 10, то ли до 9 вечера. Вот, и стало очень неудобно. Потому что у меня были когда-то случаи, когда Давид был маленький, мне приходилось ночью бежать за лекарством. Вот, а сейчас одну аптеку открыли. Ну, как открыли? Ее не открыли, она была. Просто сделали такую функцию. Она работает в круглосуточном режиме. Одну аптеку на базаре. Так что теперь хорошо. Я думаю, что Балаклеевский район большой, Балаклея большой город. Должна быть обязательно хотя бы одна аптека круглосуточная. Вот так. На базаре она находится возле магазина Ева. Так что такие дела. Так, все. Идем на почту, на новую почту. Ребятки, хотела показать, вот эта аптека работает круглосуточно. Если вдруг кто-то с Балаклеи будет смотреть, может, кому-то пригодится. Эта аптека круглосуточная. Вот там дальше магазин Ева, перед ней аптека, а с этой стороны торговый центр. То есть с правой стороны от торгового центра. Так, ребятки, забрали мы ботиночки, померили. Все хорошо, подошел размер. Фирма Ушкош. Не буду я говорить, в каком я магазине, потому что я рекламу уже. Мне очень нравится. Красивый, мягенький. Класс. Давид, тебе нравится? Конечно. Ага, молодец. Так, а мы сейчас идем еще по магазинам. Нам надо крючки купить. В общем, все, ребятки. Пока. Всем спасибо за просмотр. Все, всем спасибо, ребятки. Пока-пока.